Здравствуйте, с вами магазин Инструмент-центр. Сегодня у нас в видеообзоре пневматический эгоковерт от компании Sigma, код товара 671-2031. Данная модель является очень популярной у нас, и мы решили сделать видеообзор, показать вам более детально ее, потому что на фотографиях как бы не все увидишь. Начнем с характеристик, которые указывает производитель. Крутящий момент 640 ньютон-метров. Скорость вращения 7500 оборотов, вес гайковерта 2,6 кг, присоединительный квадрат 1,2. Корпус полностью металлический, для удобства на рукоятке имеется накладка резиновая. Вот, я ее соединяю. Далее, переключение скоростей сбоку, 5 скоростей идет. Далее реверс переключается также сзади. Так, корпус разборной, имеется ключ шестигранный для замены, допустим, крыльчаток, так как они являются расходными материалами, со временем нужно будет все равно их менять. Кнопка, на ней пластиковая накладка, то есть это полностью из пластика, внутри она металлическая. Далее воздух выходит снизу ручки отработанной. В комплекте имеется штуцер. Вот вы можете его уже прикрутить и подключить к эговерт пневмосистеме. Также есть мини-масленка. Если вы подключаете, можно через мини-масленку. Масло также можно заливать, отсоединять шланги, закапывать самостоятельно масленкой внутрь, перед работой. Можно использовать мини-масленку. Также можно ставить лубрикатор на самом компрессоре. Такая вот конструкция получается. Так, в комплекте идут 10 головок. Головки здесь ударные. Но лучше докупить, если вы занимаетесь профессионально, то лучше докупить, конечно же, профессиональный инструмент. Набор есть, отдельно продается ударных головок. Здесь их 10 штук. Самая маленькая 9 мм шестигранная. И самая большая на 27 мм. Так, также имеется удлинитель 125 мм. Для труднодоступных мест. И подсоединяйте к гайковерту. Мини-масленка. Вот такая еще есть. Так, инструкция, гарантийный талон. Гайковерт поставляется в кейсе пластиковом, серого цвета. Сейчас я вам покажу его более детально. Кейс Sigma, код товара, здесь краткие характеристики и закрывание кейса на пластиковые защелки. Кейс очень компактный. Вот такой вот эговерт. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. До свидания.